историю рассказал нам Шурик. Он во время каникул собирал фольклор. Местные легенды, сказки. Может быть, эта история всего лишь легенда. Но, по словам Шурика, она действительно произошла в одном из горных районов. Он не сказал, в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая же история. Ну куда ты? Ну! Когда я сел за баранку этого пылесоса. Ну, не отчаивайтесь. Недаром говорил великий мудрый Абу Ахмад ибн Бей. Первый шофер этой машины. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да отсохнет его карбюратор во веки веков. Большая просьба. Пожалуйста. Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая. А это почему? Да мой осел идет за вами как привязанный. Осел? Ну да. Значит, это он меня преследовал. Он. А я думала... Нет, он. Скажи, до города далеко? 2 километра. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Ну, пошли. Но! Вот видите, без вас ни шагу. Ну? Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришло, чтобы однажды утром раньше на год или два кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-л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 а-